что такое счастье, кто ответит? Запах сена утром на лугу или ночь с возлюбленным в стогу, когда звезды искорками светят. Что такое счастье, кто ответит? Бабочки, порхающие полет, дождь, что безумолку льет и льет, или в жару прохладный тихий ветер. Что такое счастье, кто ответит? Крики белых чаек над водой, когда месяц небо молодой, улыбнувшись, спрячется в рассвете. Что такое счастье, кто ответит? Песни под гитару у костра в ясные золотые вечера, когда воздух ласков и приветлив. Что такое счастье, кто ответит? Шепот ив, поникших у реки, у цветков душистых мотыльки, или мяч, гоняющие дети. Что такое счастье, кто ответит? Руки мамы, треплющие чуб, или прикосновение милых губ, нет родней которых на планете. На вопрос вопросов всех столетий дал мудрец единственный совет: жизнь любите, в этом весь секрет. Вам она с лихвой на все ответит.